Встречайте Pedoceprys progenetica, крошечное чудо из семейства карповых, обитающее в торфяных болотах Индонезии. Эта рыбка настолько мала, что с легкостью помещается на кончике пальца, максимальная длина самцов – 9 мм, максимальная длина самок – 10 мм. Минимальная длина половозрелой самки – 7 мм сравнима с рисовым зернышком. Внешний вид рыбки – прозрачное тело, сквозь которое видны внутренние органы, крупные глаза, занимающие большую часть головы, небольшие плавники, розовато-коричневый окрас. Особенности этой рыбки – короткий жизненный цикл, всего 4-6 месяцев, откладывает 5-10 яиц, питается планктоном и мелкими беспозвоночными. Необычным образом жизни, приспособленным к суровым условиям болот. Своей стойкостью и волей к жизни, эта рыбка – настоящий символ величия природы, способный творить чудеса даже в самых миниатюрных масштабах.